Друзья, всем привет! Сегодня я вам сейчас покажу отель, в котором мы остановились на эти новогодние дни. Это абсолютно новый отель Ева Бутик Хотел со своим рестораном, кафе Кабук, Миди энд Кокореч, 100% музыки. То есть вот у них еще вывеска Кабук, Миди и Кокореч. Вот так вот он выглядит. Открытые окна. Если дождь, холод, вечер, то окна опускаются, закрываются. Также у них есть свой лимузин. Сейчас я вам покажу. Свой лимузин Кадиллак. Не просто так, не хухры-мухры, а лимузин Кадиллак, на котором они развозят свой Кокореч. Вот он, ресторан Кабук, Миди и Кокореч, пиво. Пожалуйста, вот все написано. Стоимость. Вот на таком Кадиллаке делают доставку по городу. Доставка по городу. Мы все идем обратно в отель. И сейчас я вам покажу отель изнутри. Он находится, можно сказать, на полуторной, ну, максимум на второй линии от моря. То есть вот отель Sea Life. И там уже море, набережная Канилты. А здесь вот Ева Бутик Хотел. Итак, вот мы заходим вовнутрь. Вот это вход внутрь. Есть для коляски. Тут раз, два ступеньки. И вот проходим внутрь. Отель, как я сказал, отель абсолютно новый. Построен 4 месяца назад. То есть мы одни из первых посетителей данного отеля. Лестница наверх. Здесь лифт. Ресепшн. Вот так вот оформлен ресепшн. С таким колокольчиком. Диван. Люстра. Ну и тут уже начинаются номера. На нулевом этаже начинаются номера. Ну а я поехал, нам дали, отель, естественно же, пустой. Нам дали очень хороший номер. Можно сказать, практически пентхаус. На самом верхнем этаже с видом на море. Сейчас лифт приедет. Я поднимусь и вам покажу. Везде установлены камеры. Следят за порядком. Противопожарная сигнализация. Так, ну вот приехал лифт. Все, всем привет. Нажимаем верхний этаж. Да, лифт не идет на самый верхний этаж, на второй или третий, он считает, второй. То есть он поднимается с нулевого на первый, а там надо еще подняться пешком. На один этаж надо подняться пешком. Сейчас я вам это покажу. Вот мы приехали на второй этаж, на первый этаж. Давайте я вам покажу комнаты. Итак, вот, допустим, номер 1004. Посмотрите, какой он большой. Кондиционер. Управление кондиционером на стене. Зеркало. Кровать большая. Свет я не включаю, это чужой номер. Холодильник большой. Кстати, да, холодильники здесь идут с морозилкой. С морозильным отделением. Это редко в каком отеле такие встретишь холодильники. Кресло. За окном зелень. Вид на другое здание. Санузел. Такой душ. Унитаз. Раковина с зеркалом. Здесь санузел небольшой, у нас побольше. У нас попросторнее санузел. У нас поменьше, мне кажется, немножко меньше сама комната, сам номер поменьше, но санузел у нас более просторный. Здесь номера, и вот здесь номер. Здесь комната немножко поменьше. Также все сделано. Кровать уже выглядит по-другому. Кровати в каждом номере исполнены в своем стиле.
Все кровати разные. Также холодильник с морозильной камерой. Здесь у нас вид на Sea Life. То есть это соседний с нами номер получается. И здесь санузел. Вот тут санузел попросторней. Попросторней санузел. Это под нами. Мы на этаж выше. Так, ну все, поднимаемся наверх. Тут стоят шкафчики на межэтажном переходе, в которых лежат различные постельные принадлежности. Вот тут меня уже встречает Кирюша. Ай, Кирюша, молодец. Папа снимает. Здесь подсобное рабочее помещение. Вот такие машины, картины тут стоят. Номера. Зеркало. И там 2005. Так, ну и давайте я покажу вам наш номер, 2001 номер. Здесь у нас холодильник, телевизор, кровать для старшего сына, приносная, ее принесли нам. Вот такая кровать у нас тут, тумбочки, шкаф, зеркало, картина. Что еще показать вам? Давайте вид из окна вам покажу. Вот у нас большое там окно широкое. И здесь у нас окно с видом на море. Немножко видно море. Отель Sea Life. Там море и горы. Вот он, лимузин. Лимузин отеля Cadillac. И вот наш санузел. Посмотрите. Просторный, длинный, большой. Раковина, унитаз, душ. Все мыльно-рыльные принадлежности, шампунь, гель, ароматизаторы, палочки стоят. Очень хорошо работает принудительная нитишка. Все запахи, все мгновенно высасывает. Все. Ну вот так вот на этом сам отель я вам показал. Сейчас еще буду показывать вам, покажу ресторан. Друзья, сейчас мы находимся в ресторане отеля Eva Boutique Hotel. Вот так вот он вкратце выглядит. Наверху такая вот терраса. Стоит там обогреватель. И вот там стоят обогреватели Siemens. Здесь кухня. Готовят повара. Мераба. Готовится на углях блюдо, на мангале. Котлетки нам делают, кофте, перец. А это, видимо, делается эти самые, кокореч. Кокореч – это национальное турецкое блюдо. Бараньи кишки наматывают на жир. Вот вы видите жир, бараньи кишки намотанные, и их постепенно крутят над углями, готовятся в течение нескольких часов. Мераба. Окей. YouTube окей. Все отлично. Пиво. Барная стойка. Алкогольные напитки. Джек Дэниелс, Чивас Регал, Бакарди, вина стоят. И самая главная фишка этого ресторана — это не эти объекты хлеба и яиц, а то, что сверху. Вот он, попугай Хуго. Хуго, скажи зрителям что-нибудь. Хуго. Хуго. Скажи что-нибудь зрителям. Хуго. Ну, скажи что-нибудь. До, давай. Хуго. Ну, говори. Хуго. Хуго. Хуго, да. Хуго, пусть что-нибудь скажет. Телевизор. Мераба. Хуго. Хуго, мераба.
Пока Хуга молчит, не хочет ничего говорить. Хуго, насилсились. Молчит. Ну ладно, посмотрим дальше. Здесь стоит холодильник с пивом. Так. Различные напитки. Довольно-таки интересный. Туборг. Карлсберг. Так, давайте пройдем наверх на террасу ресторана. Посмотрим, что там. Здесь вот такая вот уютная терраса. Библиотека. Тома стоят. Различных изданий. Книги различные. Все в томах. Ататюрк. Там книги. И самое интересное здесь. Сейчас я вам покажу. Посмотрите, друзья. Вот этот вот мотоцикл раритетный. BMW. Фашист. Смотрите, орел. Нацистская символика. Вот такой вот тут BMW стоит с коляской. Старый раритетный мотоцикл. Вот так вкратце выглядит ресторан отеля Ева Бутик. Персонал очень дружелюбный, очень клиентоориентированный. У них в меню нет макарон, но мы попросили, они сходили в магазин, купили их и приготовили нам в сливочном соусе для нашего малыша. Также нам сейчас, да, также еще сейчас нам принесут 4 бараньих котлетки кофте. Мы сегодня купили семгу, красную рыбу, нам ее приготовили в отеле. Плохое тут, конечно, освещение, плохо ее видно. Кажется, что она горелая, но на самом деле нет. Рыба очень хорошая. Готовил нам вот этот повар, очень хороший молодой человек. Все. И вот этот еще повар нам это готовили. Ну смотри сама, только дольками. Да, можно нам порцию картофеля? Раньше вкусно, что за аварию прикидывали? Сейчас нам ее нарежут. Тише. Итак, вот наш обед. Рыбу нам разделали. Вот она такая вот. Горбуша. Не горбуша, а семга, да, у нас? А, не, семга? Семга. Черноморская семга. Салат с выдержанным старым сыром. Все очень вкусно. Здесь находится дартс, у них сделан. Можно поиграть в дартс. Баттер-клозет там. Здесь вот такой шлем. Погонять можно на мотоцикле. На том. Итак, ждем наши котлетки кофте бараньи с макароном. Погода сегодня прекрасная. Сегодня 31 декабря, кстати. Посмотрите, какая шикарная погода на улице. 31 декабря. Через несколько часов Новый год. И погодка просто шепчет. Солнышко. Хуго. Ай, Хуго. Красавец. Красавец, Хуго. Ай, хороший. Хороший, хороший. Хороший Хуго. Красивый. Красивый, хороший.
Ай, красавец. Красавец, Хуго. Ай, красавец какой. Смотрите, какой длинный хвост у него. Хуго. Ай, ты красавец. Да. Ай, красавец. Ух ты. Ух ты какой. Ай, ты красивый, красивый. Хуго 20, примерно 25 лет. То есть совсем еще молодой. Совсем молодой. Смотри, какой язык у него. Ай, ты красивый. Классный попугай. Кричит очень громко, причем на разные голоса. Я вначале думал, что здесь кричит какой-то павлин где-то. Потом оказалось, что это не павлин, а Хуго кричит. Ох, какой Хуго. Красавец. Да, красивый. И также он еще говорит свое имя. А также еще орет, как кошка. Мяргая, громко-громко. Громко-громко мяргает. Он сейчас клюнул в телефон. Ну ладно. Да. Ой, Хуго, хороший. Хороший. А он кушает макароны. Макароны кушает. Ой, как ты, смотри, как он мелкий. Ой, ты молодец. У него такой язычок. Да. Вот такой вот General Manager. Ева Бутик Хотел. General Manager Ева Бутик Хотел. Да. Ты не рад, что ты зачем был. Видно. Ай, молодец. Молодец. Ну, с трудом наберет. Ай, молодец, Хуго. Молодец, Хуго.